На Ринмардоринстрою из бюджета Ненецкого округа будет выделено 80 миллионов рублей для обеспечения платежеспособности. Еще 9 миллионов будет направлено предприятию на приобретение специальной техники. Об этом в ходе заседания администрации Ненецкого округа доложила руководитель департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Логвиненко, представляя изменения в региональный бюджет текущего года. Как пояснила вице-губернатор, в целом необходимость изменения в бюджет вызвана поступлением трансфертов из федерального бюджета и фактическим поступлением неучтенных доходов от возмещения ущерба. Доходная часть бюджета Ненецкого округа на текущий год увеличивается на 81 миллион рублей, расходная – на 188 миллионов. Следовательно, дефицит региональной казны вырастет на 108 миллионов и составит почти 2 миллиарда рублей. Львиную долю средств получит департамент ЖКХ и строительства. 80 миллионов субсидий ГОП НАО «Наринмардоринстрой» для финансового обеспечения затрат, связанных в сфере дорожной деятельности в целях восстановления платежеспособности. 9 миллионов 376,7 тысяч рублей. Также субсидия ГОП НАО «Наринмардоринстрой» на приобретение специальной техники. Кроме этого, будут выделены деньги на содержание автомобильных дорог, переустройство выгребных ям на систему водоотведения, корректировку ПСД и строительство здания молодежного центра, госэкспертизу проекта дома-интерната для престарелых в селе Тельвиска и другие цели. 30 миллионов получит департамент образования. В том числе 2 миллиона 301,8 – это на единовременные премиальные выплаты за стаж работы. 6 учреждениям – это 5 окладов. 10 миллионов 220 тысяч на возмещение коммунальных затрат по коммунальным услугам. 1 225,9 тысяч рублей доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в отпуске по беременности и родам. 536,8 тысяч рублей вознаграждения за выполнение педагогическим работникам за выполнение классного руководства. Также департамент образования получит деньги на создание стены памяти, на разработку проектно-сметной документации по сносу и демонтажу пристройки профессионального училища и прочие мероприятия. На 14 миллионов увеличится ассигнование департаменту здравоохранения. 6 миллионов 65 тысяч социальная помощь неработающим гражданам на субапортизирование, 3 миллиона 183 на приобретение основных средств, 1 миллион 121,8 тысяч единовременно 5 окладов, 1 миллион 120 тысяч субсидий бюджетным учреждениям на льготный проезд в отпуск, 1 миллион 12 тысяч материальная помощь участникам боевых действий, 494,5 тысячи рублей на проведение ремонта помещений отдельных категорий граждан. Также средства будут выделены Управлению имущественных и земельных отношений на создание Центра кадастровой оценки и Департаменту природных ресурсов. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».